Посмотрите, вход в подъезд и выход из подъезда завален снегом толщиной более 5 сантиметров. Это является грубейшим нарушением правил благоустройства. Грубейшим и не единственным. Снег во дворе на Ленина 205/1 в этом году не убирали ни разу. Итог – завалены подходы. Подъезд совсем не украшает накат. Толстый, скользкий, с ухабами, не посыпан антигололедной смесью. Такая же картина в соседнем дворе на Ленина 205. Двухэтажки в ведении одной и той же управляйки. Она у специалистов управления ЖКХ давно на плохом счету. В суде встречались дважды. Первый раз суд, мировой суд вынес решение на 1000 рублей, повторному направлению на 10 000 рублей. И в этом году ситуация не изменилась. Опять мы приезжаем, опять эти дворы завалены снегом. Опасно для жизни и здоровья граждан. Люди пожилого возраста, выходя из подъезда, могут поскользнуться, упасть. Поскользнуться и упасть – задача нереальная для жителей пятиэтажки на Ленина 205/11. Вдоль нее идеально чистый асфальт. Ежедневно по нему прогуливается пенсионер Борис Скиба. Любит бывший шахтер погулять и подышать свежим воздухом. Местных дворников встречает часто. Нас женщина убирает. Был мужчина, но мужчина плоховато был. Женщина, ну она пожилая, помогает сын ей. После снега сразу пришли, тут сын с большой лопатой, помогал ей, она с метелкой, подмели все. С начала ноября специалисты ЖКХ насчитали 720 образцово убранных придомовых территорий из 1800. Управляйкам выписали 5 десятков предписаний. Проверять, навели ли они уборку, будут ежедневно. Со следующей недели особенное внимание уделят подъездным козырькам. Скопившийся на них снег может превратиться в сосульки, не менее опасные, чем наледь под ногами. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город».